В парке культуры и отдыха состоялась спортивно-патриотическая игра, посвященная 71-й годовщине освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков. Только в Сланцевском районе из 18 тысяч человек в живых осталось около 6 тысяч. А если рассматривать ситуацию страны в целом, то если бы мы хотели почтить одной минутой молчания каждого из погибших в войну, народу пришлось бы онеметь на 20 миллионов минут. 38 с лишним лет молчания, спрессованных из трагических поминальных мгновений. В игре приняли участие команды клубов по интересам. Ребятам в возрасте от 10 до 16 лет предстояло пройти 6 туров испытаний. Дорогие друзья, сегодняшним мероприятием мы докажем, что в наших сердцах память о подвиге наших земляков, которые освобождали Сланцевский район, которые приблизили великую победу, живет. И сегодня мы это докажем, что молодежь города Сланцев всегда готова прийти на защиту нашей Родины. И сейчас я вам хочу пожелать ни пуха, ни пера! Расшифровать текст на время – задача трудная, но упорство игрокам не занимать. Любой настоящий солдат умеет стрелять, метать гранату. Наши бойцы – не исключение. Пневматическая винтовка, пневматический пистолет, дартс. Участники продемонстрировали свое умение, меткость и точность в стрельбе. Оказать помощь раненому, вовремя доставить в госпиталь. Ребята и здесь справились с заданием. Исторические события, происходившие в годы Великой Отечественной войны на территории Сланцевского района, имена героев тех времен, знатоки истории, так назывался один из этапов игры. Слаженность команды проверилась в эстафете. Все испытания пройдены. Взаимовыручка и товарищеская поддержка помогли участникам на пути к победе. Третье место занял батальон 20А. Команда клуба «Веселые ребята». Второе призовое место у команды «Диверсанты» клуба «Орленок». И первыми стали партизаны клуба «Костер». Аплодисменты, друзья! Все участники были награждены грамотами и призами, а команда-победительница унесла с собой переходящий кубок. В память о тех, кто не вернулся с поля боя, кто отдал своей жизни за мирное небо, состоялась торжественная церемония зажжения свечей.